Всем привет, ребят, с вами я, Фёдор. И сегодня мы поиграем в Crossout Mobile. Так. Давайте заставку осмотрим, я пока что поем. Прикольно. Угу. Принимаем. Загрузка. Так, иди оттуда. Угу. Сейчас все будет. Загрузка идет дальше. Почему-то привязать к Google Play у меня аккаунт не получилось. Пришлось создавать гостевой профиль. Попробую позже привязать. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Ту-ту-тун-тун. О! Ivy Go. Так, я чуть пропустил, но тут движение обучаю. Поехали. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село. Ты неплохо справился, да, ты че? Вон та рухлядь подойдет до стрельбы. Ага, вот это двигать получается камеру. Это нам ехать, поехали. Вот, типа едешь туда, камера сюда. Да ё-моё. Не забывай про прицел, это отличная штука. О, ничего себе. Стреляй. Ну все. Смотри, как ты готов к бою. Ну да, конечно. Я же играл в компьютерную версию. Сломанный монорельс. Кнопка самоуничтожения, индикатор захвата базы. Ну, ладно. Надеюсь, что против ботов. Направо поехали. Оп. Всякие паули поехали. Ну, похоже, вроде на ботов. Здравствуйте. Можно я килл? Можно мне килл? На меня килл. На меня? Теперь на свалку. Вроде на меня. Отпусти меня, чел. Ну, загасим его. Хорош. Управление, конечно, так себе. Почему-то я не могу к нему привыкнуть пока что. Оружие стреляй. Все. Шо, победа. Блять, что победа какая-то. Я в спину. Я в колесо попробую. Давайте в колесо. Да я могу. Ему без колеса пойдется обойтись. Оружие отстрелять. Оружие. Вот это будет больно сейчас. Заколебался с этим пулеметом, а? Как он живет-то, а? Помогите. Сейчас, кстати, выявления будут приходить, потому что играем с интернетом все-таки. Все. Ура, победа. Все противники уничтожены. Ура. Я Last Commando. Прикольно. Личная работа, вот оплата за помощь. Собрать. Нифига. Это ПВП и ПВЕ. Мы ПВЕ сейчас играли. ПВЕ это если что, игра с ботами. Угу. А, гараж. Загрузка. О. ПМ-аккорд получить. Установить. Вот так вот. Все отлично. О, ежедневки тут прикольные какие-то еще есть. Угу, конечно. Сейчас попробую привязать аккаунт. Подождите пару секунд, пожалуйста. Ребят, я бы сейчас сказал, что я про эту игру думаю, но, видимо, не могу это сделать. Потому что привязать это не могу. Ну, Фефикс, что сказать. Фефикс. Нижнее подчеркивание.
Ю. Да ёпта. Ёпта. Да. Все, спасибо. Вот смотрите, нажимаем привязать. Угу, нажимаем привязать. Почту-то я тут замажу, мне-то что. Если бы мог, я привязал уже давно. Какие-то новости. Дешевые туда от новости. Давайте подождем чуть-чуть. Понятно, это не ко мне. Поехали. Что, ПВП? А ПВЕ есть? Я хочу ПВЕ просто поиграть. Не хочу с игроками играть. Ну, зато быстрый поиск, что сказать. Ожидание других игроков просто тут 4 секунды всего лишь. И поиск за 2-3 секунды. Так как она неделю назад почти родилась на этих, на просторах. Вот так вот. И легко. Как, короче, сейчас все в нее играют. Весит она намного меньше, чем как совородитель компьютерный. Правда, лаги вот из интернета, сами видите, да? Но ничего. Больно. Меня сейчас убили. Меня-то ютуберы, чтобы убивали. Так нечестно, по-моему. Что за лаги-то, а? 3-1 только лохи играют. А я поэтому сваливаю. Что за ботяра, а? Помогите, ребят, я с вами, как бы, я ваш. Что это за тупейшее существо, а? О, спасибо, что отвлеклись на меня. С меня, точнее. Я гашу издалека. А я, может, уже жить даже буду. Петр какой-то. Что за тупо приперся? Я помогу. Я сейчас умру, ну ладно. Я помогу зато. Я выжил, понимаете, у меня 4%. 4% хп, а я выжил. Как я это делаю, а? MVP. Получить больше наград. Не, рекламу не буду смотреть. Ура. Собрать. 220 чего-то там. Ну, очки, конечно, мне такие. Но я одного кильнул даже. Бонусная награда за очки эффективности 9. Ну, далее. Это еще один БГ, да? Так вот, гайки. Что можно покупать в магазине, нет? Давайте магазин посмотрим. Обменивайте золото, ресурсы и детали. Угу. Рынок. О. Получить. Дорога славы какая-то появилась. Кто-то брал копировать немножко, как я понимаю, да? Фига тут у меня. Что это такое? Хоба. Что это такое? А, не. Ой. Ой. Так, короче, как она была, так и оставили. Все. Ура. Эти штучки мы наклеить можно сюда, да? Можно клеить же. Так, если мы вот так вот развернем. Нормально. Что-то мы, короче, творим сейчас. Вроде бы так я и делал. Все, готово. А, нет, они на разных высотах, да? Да, так сюда, смотри, сюда пониже крыло максимально. Здесь то же самое. Все. Готово. Что-то понавешали. Ну, короче, погнали. О, собирай. Цели тут повыполнял. Магзик, пошли в магазин. Получить. Ну, это все денег стоит. Монеты получить за рекламу. Так, запоминаем, за рекламу можно монеты получать. Товар металлолом купить. А нафиг он мне нужен? Как продавать? Продавать не могу, да, значит? Печально.
фигня какая-то. Короче, непонятно, как продавать, меня никто не научил. Это что такое? Мне спасибо, не надо. Сохранить. Сохраняй. Ну, на всякий случай. Потом можно удалить чертеж. Я помню. Я помню, что можно удалить его. Рынок его. Рынок. Давай. Попробуем торгануть тут. Купить, а продать так как? На какой поиск? Что ты несешь, а? Продавать, видимо, у нас еще возможности нет, я не знаю. Погнали, в общем. Это выйдет пилотной серии, да. Конечно, если он зайдет, я буду снимать. Если не зайдет, то не буду снимать. Поиск, ожидания игроков. Поиск подольше, кстати, сейчас был. Давайте попробуем снова не умереть и выиграть. Ну или умереть и выиграть. Ну или... Короче, выиграть. Любой ценой. Интернет, иди нафиг. Ой, вот это да. Как же я обожаю интернет, просто как он лагает. Ну, сами понимаете, да? Куда я поехал в бой сразу, да? Куда мне там ехать-то, а? Дизайн красивый. Это что за дурачок, который так вот гоняет просто? Это ж халявный килл. Опа. Давай-ка быстрее. Камеру поверните. Пусти меня, а! Да ё-моё. Ребят, меня тут зажали, короче. У меня чуть-чуть горит. Чуть-чуть. А вот они все. Чё не воюем-то? Чё не умираете? А мои пушки чё не гасят? Ну ладно. Все, последний бой это был. Мы снова выиграли. Ну, если бы не я, конечно, они бы не выиграли, сами понимаете, да? Все, награды. Далее. Выбирай. Да собирай, а. Получить обрез. Я все равно пользоваться им не буду, потому что обрез, я знаю, это фигня. Для кого как, короче. Мне не очень. Получить. Все, получили. Отлично! Ура! А еще могу еще получить, что ли? А нет, могу. Нифига себе, колесиков получил. Пушка мстит, это мощная фигня. Ладно, ребят, спасибо вам за просмотр. Мы идем в гараж. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!